Самаре продолжается Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023». В этом году интерес к нему значительно вырос. Если в первый год в нем принимали участие представители 5 областей, то в этом году уже 31 регион, а также эксперты из 4 стран. В следующем году фестиваль будет принимать Тюмень. Сегодня делегация из сибирского города прибыла в Самару, чтобы подписать соглашение с Союзом архитекторов России. Главным событием 6-го фестиваля «Архитектурное наследие 2023» стала презентация проекта концепции развития исторического поселения Самары. Для города это очень актуально. В конце 2019 года Самара получила статус исторического поселения. Сейчас идет работа над концепцией его развития. Об этом Елена Лапушкина рассказала главе Тюмени. У нас территория города наделена статусом исторического поселения. У нас большое количество памятников федерального значения, памятников регионального значения. Сейчас вот как раз мы запустили концепцию развития исторического поселения. Очень долго к ней готовились, пытались разные варианты, но пришли к выводу, что территорию надо рассматривать комплексно, в совокупности, всю территорию исторического поселения. Развитие исторического центра Самары губернатор региона Дмитрий Азаров назвал одной из приоритетных задач. Фестиваль «Архитектурное наследие 2023» поможет самарским архитекторам обменяться опытом в этом и многих других вопросах с лучшими российскими и зарубежными специалистами, многие из которых отмечают положительный пример Самары в плане сохранения памятников исторического и культурного наследия. Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что у Самары есть чему поучиться. В городе на Волге проходит много фестивалей. Волгофест, Самфест, Грушинский фестиваль. Что делает Самару привлекательной для туризма. У нас за прошлый год только в Самаре было более 1 000 000 туристов, и это с каждым годом нарастает, и поэтому, безусловно, летний период времени мы стараемся максимально использовать для приглашения гостей, для проведения каких-то крупных мероприятий. Самое главное – уметь умело воспользоваться этим вот наследием чемпионата. Это Самаре удалось, поэтому здесь тоже хотел бы сказать вам слова благодарности за то, что вы вот сегодня Самару сделали одним из городов в нашей стране, куда хочется приезжать, где хочется проводить время и с семьей, и в рамках делового туризма. Виктория Шарая, Константин Головин. События.